Представители Узбектелеком рассказали о состоянии и перспективах развития телекоммуникационной инфраструктуры в 2019-2020 годах на пресс-конференции в столице. В центре внимания участников была тема понижения цен тарифов с 1 января 2020 года. Отметим, что в течение 2019 года тарифы на внешний канал для операторов и провайдеров, подключенных к Международному центру пакетной коммутации, были снижены на 17% за 1 мегабит в секунду. Узбектелеком не остановилась на этом, и теперь с 1 января 2020 года ожидается снижение тарифов еще на 20%. Узбектелеком провела работу по увеличению внешнего интернет-канала, в частности, по снижению тарифов. Это снижение коснется не только интернет-провайдеров, но и абонентов. Кроме того, представители компании сообщили, что пропускная способность внешнего интернет-канала Узбекистана была увеличена до 1200 гигабит в секунду. Этого на данный момент достаточно для удовлетворения потребностей всех провайдеров и операторов Узбекистана. На данный момент самым скоростным тарифным планом Узбектелеком по услугам интернет для населения является тарифный план со скоростью 100 мегабит в секунду. Для сравнения, год назад самый скоростной тариф предоставлял скорость не более 20 мегабит в секунду. При этом стоимость в течение года была снижена более чем в 3,5 раза. Также в 2019 году Узбектелеком проложила более 3500 оптических линий до объектов народного образования, дошкольного образования и здравоохранения. В рамках реализации программы развития национального контента реализован проект по созданию пиринговой сети УЗАЭКС. Это в результате предоставило возможность осуществить локализацию популярных мировых интернет-ресурсов и порталов, сформировать проекты по развитию качественного национального контента. Узбекистан стремительными темпами переходит с медных линий связи на оптические линии. Только за этот год компанией было проведено более 12 тысяч километров волоконно-оптических линий связи по республике, что обеспечило более 500 тысяч человек доступом к высокоскоростному интернету. Говоря об услугах мобильной связи филиала Узмобайл, стоимость на интернет-пакеты за отчетный период снизилась до 3 раз. Также были введены новые тарифные планы, рассчитанные на массовый сегмент абонентов. В течение 2019 года было введено в эксплуатацию более 3700 базовых станций. Из них 2085 было запущено в сельской местности. В результате было повышено качество предоставляемых услуг и расширена зона покрытия. Продолжается расширение географии роуминга. Только в 2019 году запущены в коммерческую эксплуатацию услуги с 25 операторами связи. По результатам проделанной работы абонентская база мобильной связи достигла отметки 5 миллионов человек. Для улучшения качества услуг и увеличения скорости доступа к сети интернет в перспективе на 2020 год запланированы модернизация станций мобильной связи по технологиям 3G и 4G. Возникает вопрос, а что насчет 5G? Как вам известно, в сентябре этого года компанией проводилось тестирование 5G. У нее есть, конечно, много преимуществ, но вследствие недостаточного количества абонентских установок тяжело внедрять 5G. В 2020 году компании будет проводиться модернизация на основе 3G и 4G, то есть переход базовых станций 2G на 3G, а станции 3G на 4G, то есть будет модернизировано свыше 3000 базовых станций. Кроме того, будет установлено около 700 новых базовых станций не только в городах, но и в сельской местности. Добавим, что реализация намеченных на 2020 год проектов позволит сократить различия между городом и селом и ускорение развития услуг широкополосного доступа по всему Узбекистану до уровня стран СНГ.